А в рамках программы по защите окружающей среды в столице Эквадора Кито запустили новые электровелосипеды. Местные власти надеются, что уже в ближайшем будущем жители города пересядут на экологически чистый транспорт. Подробнее в нашем следующем сюжете. На электрические велосипеды жители Кито смогут сесть уже 17 апреля. Несмотря на то, что они выглядят как самые обычные, электровелосипеды значительно тяжелее, почти на 15 килограммов. По словам разработчиков, они оснащены специальным устройством, литиевой батарейкой, которая и будет облегчать передвижение. Для жителей города, расположенного на высоте 2800 метров над уровнем моря, этот вопрос наиболее актуален. Во-первых, пересев на электровелосипеды, мы будем ежедневно получать физическую нагрузку. А во-вторых, это полноценное транспортное средство. Мы сможем свободно передвигаться из пункта А в пункт Б. Прокат велосипедов абсолютно бесплатный. Чтобы воспользоваться услугой, нужно лишь зарегистрироваться на официальном веб-сайте. Мы заметили, что в последнее время велосипедистов стало значительно больше. Люди понимают, что это не только не загрязняет атмосферу, но и благотворно влияет на здоровье. Ведь для того, чтобы поддерживать себя в форме, каждый человек должен ежедневно уделять хотя бы 30 минут физическим упражнениям. Популярность общественных велосипедов растет и будет продолжать расти в будущем. По последним данным, по городу будут разъезжать почти 660 электровелосипедов. На покупку половины из них местные власти потратили порядка 900 тысяч долларов. Жадыра Джазина, Талгатбек Абдухожаев, 24 KZ.